Да, с процедуры маняшка вернулась. Да. Сейчас придет доктор, все расскажет. Он, да, папа сейчас заберет. Да. Он тебе скажет, да, моя мышка, да, да, моя мышка. Да, ты девочку вы Машу полюбила, да, скажи. Она, скажи, не больно нам капельницы делала, да? Идет. Что, не знаешь, скажи? Столько эмоций, да, да, столько эмоций, не знала, к кому идти. Что, пойдем. Это вообще, друзья, удивительно, что... Уникально. Вот какие работают в зоодокторе люди, что маньяха, которая, в принципе, никому не идет, так же, как и все... Подожди, папа, да? Да. Иди ко мне. Да. Нет, не хочет. Замотали, да? Так что, друзья, если у вас есть живот, психи, да. Скажи, не знаю, прям красивым, скажи, или к богатым. Не хочет. Кристина, позвоните, я ее нигде не могу найти. Ну вот, скажи, сейчас доктор все скажет. Мама, да. Мама не делала больно, нет, не делала, нет. Скажи, ручку нам побрили, капельницы нам, скажи, делают. Все у нас, скажи, хорошо. Иди ко мне. Да? Еще нет. Ничего, зато ты теперь видишь, какая хорошая. Он за ты Маша стоит, улыбается. Она тебя полюбила, да. Да. Маша будет скучать. Уже закончила процедуру, скажи. Почти, да? И Маша будет скучать по тебе. Да. Моя мышка любимая, да. Расскажи, да. Укольчики, скажи, да. Не хочет, здравствуйте. Вот у нас все девочки, весь коллектив. Да, все, кто ухаживает, да, за мышкой нашей. Да, она даже остается. Здравствуйте, наш дорогой доктор Василий. Сегодня наша Манечка готова уже... Давайте мы дадим Маше, вы пойдете? Нет, все уже. Сегодня была последняя капельница, последний раз... Татьяна приезжала с Манечкой к нам в клинику. Пришлось целую неделю возить. Да. Маня, конечно, немножко недовольна этими поездками, но зато здесь в клинике ей очень понравилось. Хочу поблагодарить, друзья, мой коллектив, наших девочек, потому что в тот день, когда Манечке стало плохо, меня лично не было. Да. Татьяна срочно приехала, и вот девочки молодцы, приняли, оказали помощь. Манечку стабилизировали, и прям вот он... Спасибо огромное. Маня тут с рук не слазила, особенно с рук... Друзья, вы напишите, да, скажи этим добрым девочкам, да, докторам. Они хоть и молоденькие, но это врачи и медсестры, да, которые помогают, скажи, Маня. Ну, бывают у Манечки, к сожалению, вы все знаете, такие приступы психоэмоционального характера, приступы такие вот. С чем это связано? В первую очередь с тем, что у нее проблемы врожденные, то есть она такой уже родилась. Ну и, конечно, бывает, может быть, погода, жара, солнце, какие-то вспышки на солнце. Да, на созвездие. Особенно с какими-то проблемами со здоровьем бывает... Всем нам бывает плохо. И у Манечки в том числе. Она тоже почти как человек, живой ребенок. Ну, скажи, к сожалению, доктора нам сказали, что это будет сопровождаться в течение ее жизни. То есть да, каких-то, да. Периодически. Главное, что мы всегда рядом, мы всегда поможем, поддержим. Поэтому все переживают за Манечку. Подписчики всегда пишут, звонят. Василий Владимирович, как там Манечка? Я пока стараюсь не давать комментарии, потому что... Да, мы ждали, пока стабилизируется. Татьяна Александровна сама все расскажет.
Ну, на нас сразу раз и сон. Вот чуть это сон. Да. Лекарство, сейчас скажи, все подействует. Да, сейчас скажи, мы спать. Кольчиков уже сегодня были последние, она поспит. Все, Манечка, все хорошенько. А сама такая раз на Машу, скажи. Я, скажи, к вам приеду, если будет плохо, скажи. А если хорошо, то вы к нам. Как там Степка без Мани? Ну вот, без Мани мы стараемся тоже с ним больше заниматься, как бы. Он без Мани себя, в принципе, лучше ведет даже дома, я вам хочу сказать. Потому что он не такой агрессивный. Когда Мани нет, он понимает, что он один. Думает так, он не понимает, куда Маня делась. Он проявляет агрессию, он защищает Манечку, видимо. Он еще и балуется, понимаете? А тут он понимает, я так думаю, он понимает, что он один. Думаю, так, Маня куда-то исчезла, непонятно. Может, и меня из семьи куда в вольер отправят, да? Спит, спит мышка наша. Да, Маня. Рассказала, как я, кстати, делали. Скоро к вам планирую приехать, сделать вакцинации. Да. Так что скоро буду в Тайгане. Так что ждем. Новые видео, друзья. Друзья, заходите, подписывайтесь на добрый канал доктора Василия и его клиники. Он так и называется. Доктор Василий, Крымская Эболит. Также у меня есть интересный телеграм-канал, где много раскрываю тем про ветеринарию. Про ветеринарию, по лечению, рекомендации. Ну, отвечаете там на вопросы, я знаю, тоже в телеграм-канале. Так что, друзья, заходите, подписывайтесь. Если у вас есть животные, скажи, то нам эту клинику вообще не стыдно рекомендовать. Это наша любимая клиника, и вы спасибо, видите. Спасибо, да, большое. Как нашу хлоп. Все, скажи. В отключке на маме. И такие красивые девчонки здесь работают. И не только. Мальчишки здесь тоже интересная работа. Самое главное, что золотыми руками. Это да. И золотыми сердцами. Потому что я знаю, сколько там Маня вообще не сладила, особенно с Машей. Вот она ее так выбрала из всего коллектива. Но, скажи, остальные тоже все помогали, да? Ну, ветеринария, она как педиатрия. Животные как дети, да, поэтому да. Многие пишут в комментариях, доктор Василий, с вас бы получился хороший педиатр, да, я согласна. Ну, наверное, да, поэтому мы все такие здесь добрые, улыбчивые, по-другому нельзя. Да. Спасибо. Спасибо огромное, друзья. Искупайте благодарность клинику ЗООДоктор в Симферополе на Куйбышевском рынке. Да. И подписывайтесь. Это тоже помощь. Потому что должны люди знать, что есть в наше время добрые доктора, добрые ветеринары и клиника, где вам помогут. Вон, скажи, а мы глубокий здоровый сон. Спасибо. Да. Сейчас. Да. Анна. Да, едем, мышка. Маня так полюбила ездить на машине за эти дни, да? Сейчас он в переносочку. Папа, да, достанет сейчас, да. Ну, куда? Куда? Мань. Чё? Сейчас спать будешь, в переносочку ляжешь, и сейчас будешь спать. Да. Побрили ручку, скажи, ну ничего. Красотка. Да? Скажи, всем привет, кто меня любит. Манечка, ну подожди, сейчас папа придет, подожди. Красота, ты моя ненаглядная, да? Не надо, не снимай, нифига.